Дисклеймер. Привет, Дмитрий. Сегодня мы с тобой продолжим проходить желтого и дырявого, то есть губку Боба. Чё ты так смотришь? Мы остановились на том моменте, когда нам нужно было проехаться на языке Удзи. Ты им задание дашь, нет? Да, наверное, надо, чтобы он дал. Мы это уже в прошлый раз читали, поэтому начнем. Погнали, аккуратно здесь надо. Я в прошлый раз это не прошел, потому что тут очень резкие повороты. Ой-ой-ой. Кстати, уже прошел дальше, чем в прошлый раз. Да, я в прошлый раз почти в начале упал. Да-да-да, еще раз. Ну давай попробуем, без проблем. Вы проиграли. Спасибо, что напомнил. Конечно, без тебя-то я не понял этого, да? Я думал, у меня цель убить губку Боба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай так. Аккуратно, аккуратно. Вот здесь надо так. Так, отлично. Тот момент мы уже прошли. Значит, точно не... А, все? А, не, не все. А что вы тогда синие и голубые флажки поставили? Обманывают нас. Чтобы мы расслабились, понимаешь? Подожди, а зачем тут таймер? Там, да-да-да. Саша не побил мой рекорд терпения и труд, все перетрут. Но ты величайший герой на свете, скажи мне. Простой губки побит твой рекорд. Не оставляй, губы так малец. Дело мастера боится. Да хорошо, пробуем еще раз, без проблем. Но тут... А я могу тор... А, я тут могу... Прикинь, я тут могу тормозить на поворотах, оказывается. Вот этого вот я не ожидал. Да, тогда понятно, почему я не прошел. Уже слишком классный для этой карты, понимаешь? Тут-то рассчитывали на каких-то слабаков, что постоянно будут останавливаться перед поворотом. Что-то играть осторожно. Слабачье. Надо на полной скорости лететь и не вписываться в повороты. Вот так делают настоящие мужики, понял? Блин, когда эти ящики ломаются... Татуи, нет, не татуи. Татуины, как они там называются? Но это не с острова Пасхи. Нет, как это? Тотемы ломаются. От них такие блестки идут, что ничего не видно. Поэтому надо как-то аккуратнее проходить. Давай. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас мы точно должны пройти, смотри. Тем более мы когда... Мы на полной скорости едем, и почти время заканчивалось. Это значит, что где-то уже близко финал должен быть. Возможно, за тем поворотом, в который я не вписываюсь постоянно. Так, здесь, ладно. Так. Хорошо, хорошо. Вот здесь вот, аккуратно. Вот сюда я постоянно не попадал. Ага. Уже еще 55 секунд, это почти целая минута. Ну, блин. Даже когда сбрасываешь скорость, он все равно слишком быстро едет. Да ты что, еще и застрянь, конечно. Че этого не хватало? Блин, прикинь, мы целый выпуск реально потратим. На то, чтобы доехать просто куда надо. А я даже не знаю, зачем я это делаю. Но я надеюсь, хотя бы золотую лопаточку за это дадут и все. В смысле все? Нет, еще что-нибудь. Это следующая локация откроется или еще что-то. Ой-ё, я помню, что там у нас, помнишь, еще локация сна открылась. Но локация сна это, скорее всего, как одна. Там вряд ли будет еще штук 10. Только в виде сна. Дай так. О, я помню, блин. Локации сна по-любому должен быть Гэри Стрэндж. Помнишь, если ты смотрел еще Губку Боба, там была одна из серий еще в первых сезонах. У меня на диске только первые были. Там какая-то серия была, где Гэри какой-то библиотеке был, где он супер умный, он разговаривать умел с Губкой Бобой. И все это с Губкой Бобой. Это все было во сне. Значит, он стопудово должен быть здесь на сонной локации. Аккуратно. 50 секунд, все еще много. Целую минуту ехать, это перебор какой-то. Чё? У меня там был красное что-то. А, это все, монетки. Я думал, это минус время в штрафах, типа за что-то. Аккуратно, я видел там. Ага, ну там вверху. Тут трассы эти или что это? Вот эти вот, короче, линии.
Слушай, они уже прячутся внизу. Мы как будто с горки едем. И поэтому оно не видно, куда дальше пути. Там либо прыгать надо. Вот-вот-вот как типа этого, но оно вниз идет. Но я не вижу там. Это во-первых. Во-вторых. Ох, ё. А нельзя просто так вот спрыгнуть и все. Не, нельзя. Я умер. Но подожди, я там видел тропинку. Вон она. Я до нее допрыгнул так вот. Вон она. Прикинь, не разрешают. Хотя это гениальная идея. Согласись, мы за один прыжок пол карты бы пропустили. Но нет, конечно, это нечестно. А вот так вот спрыгнуть получится, если мы будем просто вниз смотреть и сейчас попробуем найти. Конечно, блеск. Ты что, сомневаешься? Идея просто великолепная, но нам не дают ее реализовать. Потому что заразы такие. Самые умные думают. Ничего, мы найдем, как тут схитрить. Хорошо, подожди, не отвлекай только меня. О, тут же иногда надо двойные прыжки делать, я уже забыл. Ну, внизу пока нет. А как так было, что там было внизу? Как они вообще смогли сделать такую извилистую трассу, чтобы не пересекалась? Сама с собой. На другом уровне. Там контрольная точка, кстати, была. А мне чуть не засчитывают тут контрольные точки. Наверное, вот это вот зачем? О! А, блин, фиолет... Носочек. Блин, там фиолетовая была, видел, блестяшка? Это очень дорогая, я ее пропустил. Ну, в целом нам тут блестяшки не сильно-то нужны. Не, в целом для игры это нужно. Потому что это экономика игры. Но нам она не нужна. Потому что у нас и так хватает на все. Тут, я думаю, могу позволить себе сбросить скорость, я надеюсь. Потому что мы и так очень долго едем, и у нас... Главное тут не проиграть. Вот я где-то вот здесь и проиграл в прошлый раз. Опа, чуть не упал, видел? Да ну, не успел, серьезно? О, золотая лопатка, давай! Мы победили, отлично. К морскому... Супермену, хорошо, то мне показалось, к морскому матросу я уже хотел возмутиться. Так и не вижу. Целый путь проехали. Где ты, чепушила, ага? Ага. Где выиграл? Ну ничего, здесь я вот это результат. Пошла, можно сказать, что рекорд от тебя обезнул. А что у вас награда твоя, держи-ка золотую лопатку. Спасибо, морской супермен. Физично просто. Вот. Ты звезду надел что, чтобы свой позор скрыть? Лошара. Давай посмотрим, что там дальше по карте. Не туда. Что там дальше по карте? Эй, куда? Ой, чуть не упал. А, все, я выбрался в начало. Блин, а я тут что-то не сделал. А я тут много чего не сделал. 5 из 6 человеков. А где я не хватило человеков? Подожди. Так, хорошо, мы тут одну всего не забрали. Да, мы тут не собрали только одного человечка. А где он был? Кстати, в натуре. Ага, вон. Подожди, а как туда попасть теперь? Ага. Вон. Твою мать... Нет. Или да. Не знаю, мне возмущаться или пока рано. Смотри, это, наверное, как мы оттуда пришли. Надо было... Как-то туда наверх, но мы бы не забрались. А вот этот вот цветочек можно как-то оживить? Так уйди. Тебя можно как-то? Не? Ах, ты такой, да? Драчун? Ну иди нахер тогда от меня. Хм. А что тогда нам делать? Каким образом нам можно забраться туда? Не, смотри. Это цветочек просто. Смотри-ка, нужно подумать, правильно? Потому что если не думать, то у нас ничего не получится. Давай, молнии. Понятно. По очереди давай. Так, да уйди ты. Ага. Нам надо туда как-то попасть. Куда? Вон туда. А как туда попасть? А я не знаю, как туда попасть. Возможно, тут надо Патрика и ледяной арбуз кинуть. А ледяной арбуз у нас вон там был. Но мы не успеем добежать в любом случае. Да и что толку? Мы добежим, допустим, сюда. Но вон туда-то мы не залезем. Так, и допустим. Подожди, давай-ка чуть-чуть это двинемся. Кстати. Ну да, вот тут не отбрасывает точно. А если там, то там цветок. А если там цветок, то мы можем туда спуститься. Но наверх-то нам как забраться? Вообще не понимаю. Так, а если в это... Куда нас перебросит? Это мы где?
А в самое начало ты что, прикалываешься? То есть я мог в целом не проходить весь этот путь? Хотя, подожди-ка, смотри. А, нет, это все-таки мы А тут есть такое. Нет, не попал, подожди. Ты понимаешь? Это нам никак не поможет. А зачем тогда сюда полез? Вот это вот такое ощущение, что это как-то можно залезть, но я не знаю как. Ай! Я забыл про этот вонючий. Кто это вообще? Растение про это, дурацкое. Ну тогда берем Патрика, смотри, как делаем. Где ты, жирный? Ага. И надо, видимо, кинуть ледяной арбуз, но в этом нет смысла, понимаешь? Да, это вот так, это кнопку там надо будет активировать вот так. Кстати, это что? О, кстати. И что? Типа он насрал и это смыли в океан? Ай, да это нечестно, слушай. Жареный Патрик вообще невкусный. Он и так невкусный, ты его еще и жаришь. Подожди, вон туда. Куда? Туда? А как? А я не знаю. Ну ты что ты предлагаешь? А слышишь, ты меня и вот так еще будешь толкать? Подожди, а вон туда можно как-то забраться? Но это не... Вон, ледяной, я тебе говорю. И вот через ледяной можно как-то пройти. Так, труханы забираем на всякий случай. Ага. Вот, ты понял? Теперь берем так. На 15 секунд всего, мы не успеем добежать, я думаю. Хотя, если бежать очень быстро, но Патрик этого не делает, то, может, и успели бы. Ему бы это, знаешь, бархатные тяги, чтобы успеть. Ладно, вот так. Успел. А что толку? Ну, допустим, я успел. Ай, молодец просто. Что собрал трусы, сразу же потратил. Это, во-первых. Во-вторых, ну все, мы застряли. Здорово. А нет, вот есть. Че? Ой, утонул, извини. С вами, короче, говорите, как пройти. Говори, не хочешь говорить? На, ты говори. Смотри, двое из трех, ты, я уже утопил, говори. Говори. Он не хотел говорить. Все. Значит, будем сами как-то справляться. Ага, и нафига мы сюда зашли? Ага, о. Да ладно. Нашел, как пройти, прикинь. А я-то думал, а я не думал. Нормально. Ну тогда давай так. Раз, два, три, четыре. Это опять трусы нам дали. Это, скорее всего, вот так вот. Фух, допрыгнул. Тогда долбанул. Подожди, куда ты порог, слышишь? Ага, во, вижу. То я думал, он вырос, и все, мы уже не заберемся к нему. Ага, сейчас к этому малому тоже заберемся. Потом у миссис Пав заберем последнюю лопаточку, и все. И мы собрали эту карту на 100%, но кроме носков. Носки я не хочу собирать. Фу, носки. Я нашел туриста, отлично. Что мне с ним делать? Фу, извращенец. Он еще ребенок. Давай сначала пойдем к миссис Пав. Где ты? Так, так, так. Долетел. Не, не долетел. А вот так долетел и... Долетел. Давай так. Так, так. Ну, допустим. Допрыгнет, не? Да, нет, да, нет, нет, да, нет, не буду рисковать. Или рискнуть. Не хочу умирать. Это отстой. Умирать отстой. Так, давай побежим к... Ну, не знаю, к остановке возьмем губку Боба, иначе она с Патриком не хочет разговаривать. Ну, такая вот миссис Пав у нас быдловатая. И видите ли, губку подавай молодого. Чуть не упал. Видишь, что бывает, когда я вот так с тобой разговариваю и не смотрю на экран? Ты где? Благодаря тебе все экскурсорам удалось без проблем вернуться. А что вы, миссис Пав, любая уважающаяся губка охотно бы вам помогла, к тому же было весело исследовать водоросли. А ты не плох, когда не за рулем, губка Боб, еще раз спасибо. Всегда рад помочь, мисс Пав. Вчера я нашла вот такую золотую лопатку, может возьмешь ее, ты заслужил. Ничего себе, миссис Пав, я всегда буду ее беречь. Неправда. Врет и не краснеет. Получается, мы полностью карту прошли. Отлично.
Что у нас там? Как, ага? Детализация. Да, смотри, мы все собрали, кроме носочков. Ну, носочки нам не очень-то и нужны. Все, куда нам? Давай следующую робики. Вот там нет. Миссис. Кстати, а мы же можем вот так нажимать, правильно? Закрыть. Это у нас что? Мистер Крабс. А, ну пой. Да, поехали. Что у нас? Блестяшек достаточно, вроде. Или нет? Как у нас всего? Че, сейчас купим лопаточку, даже если дорого, это не страшно. А что так далеко? Где он? Вот это, конечно, молодцы. А, еще дальше нельзя было меня поставить. Мистер Крабс, где ты? Я хочу купить у тебя этот лопатку. Сколько? Давай. Ну что случилось, мистер Крабс, на вас лица нет? Помоги мне, Юнга. Крабса Крабса взяли на абортаж в ресторане, хозяйничают эти пиратствующие роботы. Они меня выгнали, и что еще хуже, отняли все мои дивные блестяшки. Отвернитесь, мистер Крабс, неужели нету права на этих злодеев? Что же нам делать, мистер Крабс? Мы, то есть ты, вышли, вернем оттуда роботов, вернем мой ресторан, а самое главное, спасем мои денежки. Дурачок, я у тебя хотел купить. Да ты что, дурак? Как он меня бесит. Ладно, пошли. Что за человек, а? Ты даже не человек, ты краб, понял? А я чувствую... Что? Подожди. Вы готовы, дети? К чему? А, ну готов. А, нифига себе, тут прям так жестко начинается. На. Слизь, подожди. На, падла. Это чтоб не спал, понял? Я чтоб в наушниках не находился. Прости, клап. Тут клап. Тут вообще-то люди едят, а он в наушниках сидит, настроение портит людям. Ого. Ты в курсе, что ты по мне попал, быдло? Ну, на тебе еще разочек. Ой-ой-ой. А откуда вы появляетесь? Вот это, с лазерным хлебалом. Они же явно откуда-то берутся. Они что, бесконечные? Прекрати ты это. Да, и этот бесконечный. И этот тоже появился. Да подожди ты. На. Так, сколько можно? Подожди, а что мне делать? Слушай, тебе не надоело? А тебе? Да, смотри, они бесконечно появляются. О, это должно убить робота того, да? Да, отлично. Это новый появится. Ах ты, зараза такая, да? А как так? Ой, там за стеклом что-то. Ха-ха, это мим. Мем. Как его? Мим? Мем? Я не помню, как его звали. А, ай-яй-яй, прекрати. Ну я же его ударил уже. Ну я его столкнул хотя бы. Ой-ой-ой, а я теперь отсюда не выйду, ты понимаешь это. Упс. Ты мне только наверх не кидай бомбу. Он кидает наверх бомбу, прикинь. Откуда они появлялись, я не понимаю. Тут же должна эта хрень быть, которая... Ставит их правильно, а ее тут нет. И как тогда? А что тогда? Подожди. Прикол, я не оценил, откуда они появлялись. И как мне теперь главное к тому подойти? Да ты задолбал уже. У меня одно сердечко осталось. Ну, одни трусики, точнее, чистые. Так, здорово, я в двери могу заходить? Ой, я, кстати... Не, я... А, не, могу запрыгнуть, тогда в чем проблема? О, тут даже так есть. И что? Зачем мне эта информация вообще? Мы и так можем пройти, здорово, для чего? Ну, давай вот так вот. Блин, если упаду, я проиграю. Ай! Все-таки попал. Еще и проткнул меня, видел? Он насадил на меня на веревочку. Подожди, здорово, что ты готов. К чему ты готов? Фу, как ты задолбал меня. Да прекратите. Он еще появляется бесконечно. Как мне того вверху убивать? А главное, для чего мне его убивать? Я могу тут просто пойти? Нет, не могу. Нет, не могу. Нет. Да хватит с лазерами за мной бегать. Я не понял.
Вот откуда? Это он, видимо, ставит этот робот, да? А как мне его уничтожить там? А, вот откуда оно. Ой, слушай, я его даже не заметил. Как я тогда в прошлый раз так проходил и не заметил его? Интересно. Так, то задолбал жужжать и писать. Так, а теперь как мне до туда добраться? Ты что, издеваешься? А, я его сломал. А что я его в прошлый раз не мог сломать? Это во-первых. Во-вторых. Отходим, отходим, отходим. Так, отлично. Валим, 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 валим. Не, в натуре, а как я в прошлый раз его не заметил? Да, хватит. Надоели. Фу, так, но главное их теперь... Ай-яй-яй. Ставить больше не будут, правильно? Значит, можно добить просто их и все. Это последний раз. Так, давай так. Где ты? Да. Фу, мы спасли Крэсти Крабс. Хоть и сломали его почти весь, но мы спасли. Фу, так. На, на, нахрен. Мы все разнесем тут еще. Нельзя, жаль. Давай тогда вот так зайдем. Пушки возьмем. А, реально. Я просто не заметил, или, по-моему, там его не было. Что-то такая накуренная. Все зеленые. Смотри. Прикольная. Ладно, пошли. Ну, наверное, на выход. Все. Это такое задание было, согласись. Говнецо, мягко говоря. Ну все. Давай, крабовая палочка, говори, что дальше. Фуф, ты заставил меня немного волноваться, мальчик. А я за свое богатство волнуюсь, естественно. Вот, возьми это в награду. Спасибо. Но мне вообще-то поторговаться с тобой надо. А что, захотел да, обменять. Отлично. Давай следующую тоже лопатку сразу же купим. Да, конечно. Отлично. Правда, мы потратили все деньги, но ничего, у нас уже 63 лопатки. Это больше, чем 0 лопаток на 63. Вот так вот учим математику, понял. Так, это, я так помню, карта в сон губки Боба. Вот это, кстати, стало доступно наконец-то, летучий голландец. Как давно я хотел туда сбегать. Вот сейчас и сбегаем тогда в следующий раз, точнее даже. На этом все. Все ссылки в описании. Пиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео продвинулось. Также подписывайтесь на канал, чтобы пришли в следующую серию. На этом все. Скоро увидимся.